Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Бокер тов, дорогие друзья, доброе утро. Сегодня 21 мая, и я рад опять быть с вами этим утром. Давайте мы откроем с вами вместе первый псалом. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». И мы с вами, друзья, желаем быть плодовитыми, мы желаем быть крепкими, мы желаем быть успешными во всех наших делах, мы желаем быть этими деревьями, посаженными у потока вод. Но зачастую не каждый из нас знает, что деревья у этих потоков сажают не только для того, чтобы они питались от этих вод. Зачастую деревья сажают для того, чтобы они укрепляли берега, для того, чтобы река, она двигалась в том направлении, в котором она должна двигаться, для того, чтобы река не разливалась. Для этого сажают эти деревья. Сегодняшней реальностью нашего мира является то, что люди становятся эгоцентричны. Эгоцентричность, она приходит даже в христианские круги. Люди зацикливаются на своем спасении. Мы можем видеть людей, которые совершают путь своего спасения, забывая о том великом предназначении, которое Бог предопределил нам исполнять. Потому что Бог спас нас для того, чтобы мы, соединившись с теле Иешуа Мессии, вместе, в единстве, распространяли Царство Божие на этой земле. И Бог сажает нас у этих потоков, чтобы эти потоки двигались в нужном направлении, в Божьем направлении и приносили славу нашему Богу. Друзья, однако, проезжая мимо рек, мы можем с вами видеть не только крепкие, здоровые деревья. Я думаю, каждый из вас видел деревья, которых корни уже оголились. Деревья, которые наклонились над водой и кажется, что вот-вот упадут. Деревья со сломанными ветками. Да, друзья, мы видим это. И я хочу сказать, что для нас это хороший пример. Потому что Писание учит нас о том, чтобы мы готовы были умереть за Христа. Евангелие от Марка, 8 глава, 35 стих, говорит следующее. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Как в истории с деревьями, тот, кто сажает эти деревья, он лучше знает, куда их надо посадить. И нам не надо задавать вопрос, ну почему же нельзя было посадить эти деревья на метр дальше, чтобы им не было вреда? Он знает лучше. Так и Бог знает, какое наше предназначение, что мы должны исполнить в Божьем Царстве. Мы же с вами должны жить таким образом, чтобы каждый день умирать для себя и жить для Господа. Бог хочет, чтобы мы распространяли Евангелие до края земли. И Евангелие – это благая весть. А весть – это то, что мы должны с вами возвещать – то, о чем мы должны с вами говорить. Опять же, Евангелие от Марка, продолжение наших стихов, буквально через пару стихов в 38 стихе говорится. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
Мы не можем стыдиться, мы не можем молчать. Мы призваны для того, чтобы нести благую весть о том, что Спаситель жив, о том, что есть примирение с Богом через жертву Иешуа Мессии. И для этого, друзья, нам с вами нужна смелость. Прежде чем молиться о смелости, я хочу прочитать еще один прекрасный пример молитвы учеников, апостолов, которые были как раз во времена, когда церковь начинали гнать, когда за Евангелие приходилось платить цену за проповедь Евангелия. Это у нас Деяния, 4 глава, с 23 по 31 стих. Апостолов отпустили, и придя к братьям, они воззвали Богу в молитве. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народ израильский. Что сделать тому, чему быть, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой? И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Сына Твоего Святого. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа и говорили Слово Божие с дерзновением». Отец Небесный, я прошу Тебя, чтобы во имя Иешуа Мессии в это время Ты наполнил нас Духом Своим Святым, чтобы Дух Святой, Он принес в нашу жизнь смелость проповедовать Евангелие, во-первых, Иудею, потом Эллину, так, как Ты этого желаешь, Боже, потому что Ты соединил нас, Господь, в теле Мессии, чтобы мы, став Твоим народом, возвещали совершенство Твои, совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Да будут всегда открыты наши уста к проповеди Твоего Слова. Да будут всегда, Боже, наши сердца, наши жизни сиять светом Иешуа Мессии, чтобы мы были тем читаемым письмом, всеми узнаваемыми, чтобы, Господь, люди приходили к нам и спрашивали, что в вашей жизни произошло, почему вы другие. И мы говорили Слово, Слово, которое несет жизнь, спасение, которое несет славу нашему великому Богу, Господь. Я прошу Тебя, Святый, наполни нас этим пониманием, наполни нас смелостью и дерзновением. Бешем Иешуа Машехейну. Амен. Хорошо, следующий. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.